Здорово, друзья! Сегодня рубрика «Что ты мне взял?» И сегодня мы решили немножко ее разнообразить. Поэтому сегодня у нас будет, ну, такой как таковой челлендж с серой пушки до золотой. То есть мы будем играть с каждой из этих пушек и будем поднимать ставку, чтобы увеличивать шансы на победу. Ну и посмотрим вообще, на каком уровне мы с вами сможем победить, ну, сыграть нормальную катку. Пушки мы будем себе брать, ну, более-менее нормальные, будем стараться взять что-то хорошее, но здесь все дело именно в качестве. То есть мы начнем с серой, продолжим с зеленой, синей, фиолетовой, розовой и окончим все это дело золотой. В общем, это должно быть интересно. Я уже взял пушку, все подготовил, поэтому не забывайте просто поставить лайк, подписаться на канал. Также ссылочка на телеграм, как обычно, будет в описании. Там без труда вы сможете вообще все, что угодно найти, все, что вам нужно, все, что интересно. Все в телеграме и все в описании. Соответственно. Так, ну что ж, сегодня Сталик у нас и тиммейт, как говорится. Сейчас мы его подключим, и ему все уже объяснил. Он все прекрасно знает. И какая пушка будет для меня, я, если честно, не знаю. Так, все, я ставлю готов, пушку взял, патроны взял. Стой, я-то еще не собрался. А что ты делал? Да ты так неожиданно просто сказал. Так, ну я тебе не буду говорить, какую пушку я взял, потому что это будет очень палевно, если я скажу. Ну, типа, ты перекачаешь урон и уже будешь знать, что за пушка, но... Есть секретики. Кстати, урон тоже так перекачать надо на это. Напополам, так скажем. Пополам? Ну, я, наверное, скорость лечения вкачаю, типа, чтобы ходить быстро. И прицеливание вкачать. Ну ладно, без разницы особо. Так, берем тебе кучу патронов. Ого, награды дали за то, что, типа, в игру нельзя было войти. Спасибо. Щедро, щедро. Так, а эта штука на этот сезон или нет? Походу, навсегда дают. Я решил задонатить в PUBG, но у меня это, к сожалению, не получилось. Я нашел лучший вариант, и это сайт FunPay. Здесь вы можете купить UC, и на минуточку это дешевле, чем в самом PUBG. Ну и самое главное, что это максимально безопасно. А также FunPay — это первая в Рунете торговая площадка для геймеров, работающая аж с 2015 года. Регистрируйтесь, используя вашу почту или профиль ВКонтакте. Выбирайте нужное вам предложение, связывайтесь с продавцом, оплачивайте заказ, и UC-шки будут на вашем аккаунте буквально через пару минут. Ну а как потратить UC, вы сами уже знаете. Помимо этого, вы сможете купить любой донат в любые игры. Переходите по ссылке в описании, покупайте на FunPay и никаких гвоздей. Ты типа к зиме готовишься? Да. Назвала температура. Жесть. Слушай, я тебе больше на винторез взял, чем ты мне на бизон. Вообще-то я тебе 400 взял. Ну, а я тебе 500. Ну, нормально, нормально. У тебя нам явно хватит. Получилось? 650. Давай мне штук 100 еще. У меня 200. Ну, нормально, нормально. Слушай, тут сейчас сложно будет. Ну, так-то глушитель, слушай. Тишина. Ну, слушай, мы сами эти приверженцы тишины. То, что у нас... Да, да, да. То, что я свой СС-ки. Да, у меня бизон, который, в принципе, тоже так же работает. По типам просто будет идти урон. Ой, вон, вижу, вижу, вижу. Справа бежит вон там. Ох ты, нас заметили, ты надо уходить! Я не знаю, просто... А как мы их перестреляем? И вот есть вопрос. Еще с авика стреляют, ужас. Ну да, против таких пикаться даже смысла нет. Блин, они сейчас зажигалками бьют. Ой, сзади подошли. Не, ну слушай, тут челик, и он очень опасный. А его кто-то нокнул? Походу. А как? Ну, я выстрелов не слышал. Так, если у меня честно. Поддержка только пришла. Кто-то придерживается нашей тактики. Это может быть авик, типа, с глушителем, мы не слышали его. У меня здесь... Я бегу от него, бегу от него. Там шаг был. Чё-то позиция такая себе, блин. Нас могут окружить. Был. А там, за, не знаю, в кусте, в дереве, короче, что-то просто услышал. Стало страшно. Ну, возможно, чел просто сидит, ждет. Может, за камнем. Так, ну я там четверку вырубил. Блин, я думаю, это шестерка хотя бы была. Бил. Не, понимаешь, даже прицела как бы нет, в мушки стрелять. Там забежал чел. Я боюсь, Степана горит, да, он чекает нас, он чекает. Понял. I need a
Не, ну их прям прессуют. Да. Он даже убегает это... куда-то. Вот здесь. Красавчик. А, это мой дочек просто. Да-да-да, этого я не закрыл. Он здесь сидит, вот здесь за углом. Ой, я ему больно дал. Все, он сгорел. Нормально. Сзади еще подошли. Ё-моё! А как? Откуда? Как жить? Откуда эти снайперы берутся? Меня вот со всех какой... сторон жмут. Слушай, у меня даже аптечки кончились, типа, вообще без вариантов. У меня вообще все кончилось. Броня тоже скоро кончится. Снайпер еще откуда-то выбит. Лучше не пикайся, если есть такая возможность. О, пацаны, пацаны. Ляни, тут что, сидели так тихо? Прикинь, я чел с граником. Ну, здесь вообще, да, здесь вообще. Так, что у нас есть из зеленого вообще интересного? Что-нибудь такое, знаешь, нестандартное взять бы. Нестандартное, говоришь? Ну да. О, нашел. Прям мега нестандартное. Это будет удивительно, но... Ладно. Нифига, он быстро перезаряжается как. Ну а ты чёрт, ну там 50% скорость перезарядки. Ты мне оружие-то дай, ты где оно? А. Я самому в рюкзак запихал, гений. Может чуть хуже только. Покажи этих чувак. Он спрыгнул. Еще один. Да ё-моё, вот это нас спалил уже. Или нет? Да ну. Да, в смысле не спалил, ну а как? Ко мне бегает. Да тебе как будто другой начал стрелять вообще. Не-не-не, ко мне он не бегает. Ой, да ну. Не, слушай, с граником отдача серьезная. Кем поедут? Слушай, нас и слева, и справа крутят, как по мне. А здесь кого-то закрывали, да. Уже понял. Я кого-то стреляю, стреляю. Слушай, вообще отстой. Не, это капец. Я попался, да, я попался. Я вот не знал, что они уже здесь будут. Ну, мы пытались. Но их явно было больше, чем нас. Это как минимум. Так, ну в целом, нормально. Я нашел ШВшку такую прикольную. Относительно. Так, предсказуемо, но вот у меня вот, знаешь, прям удивление немножко есть. Она бы как в прошлый раз не попасть, а то, ну, это было совсем. Слишком даже. Помнял. Это чел, что ли? Думаю, это бот, прикинь. А это по ним стреляют? Да-да-да. Помогал. Пока. Там еще. Забей. Мне тут такой домбас устроит, как евреи с артиллерией. Согласен, дичь полная. Да тут вообще их спачка, ну. Я 5 человек там увидел, ну. В немодиков залетело штук 7. Прилетело. Я даже не успел лечь и кинуть. Понимаешь, перезарядка была бы, ну вообще без шансов. А ты зашел, сколько их там было? Там было 2 типа. И просто потом вот эта пачка начинает бежать. И вот пока они бежали от этой подземки, они просто кидали хаешки-молики. Справедливо. Я тоже попытался что-то сделать, просто откидался. Ну, от одних только. А ты хорош! А ты хорош! Давай новую. Ну, надеюсь. Это прям это... Коллекшн прям. Ну, такая пушка, вот она на самом деле много сожрала у меня, обвесов именно. Благо, что они были хотя бы. Так, ну, у нас типа матч-реванш, но знаешь, я, если честно, что-то боюсь сюда идти, там, ну, как-то... Что-то слишком опасно в прошлый раз было. Может, это обойдем? Ну, там тоже я может опасно быть, хотел. Кстати. Сразу чего? Там. Меня уже шьют сзади, прикинь. Ну и все, судьба, убегаем. Да, в смысле убегаем? Я уже лечусь, и они уже это... Довольно занимаю близко. Занимаю выгодную территорию. Территория? Я вот тут, у меня тут это как его? Ферма моя. Ну понял, я их еще до сих пор не вижу.
И они идут ее рейдить, да? Это непонятно, идут они вообще куда-либо или нет. Типа, их нет, они вроде даже свернули, но это не точно. Так, ну отлично, я бы обошел треугольник. Ну смотри, вот они там просто файтятся прям, там жестко, да, там вообще лютая тема. Там сейчас 5 штук МКшек стреляются. Но вот именно типа, который по мне стрелял, я не знаю, где он. Он мог туда стянуться тоже. Вроде так и сделал. Слушай, их там фул пачка. Да, я понял уже. Я такой затучил, что у меня 2 башки прилетело снова. Слушай, ну я как бы это, чуть-чуть отомстил, у них тиммейта забрал. Сойдет, надеюсь. Фига, тут целый сквад был. Как вот их столько здесь вообще? Типа, это очень много людей. Не, может глазком чекнуть, увидит и вообще... А он лег, и для меня он просто исчез, короче. А когда они пробегали, главное, их, ну, типа, вообще, им наплевать, их не было. Ну, зажигалки. Да, еще бы, конечно. А, он уже здесь. Еман, ты что говоришь? Пока-пока-пока. Тюрьма. Внутри тюрьма. Да? Блин, 0,1 секунда доставалось. Я думал, может, не заметит. Слушай, обидно. Я просто попытался. Так, ну слушай, вот теперь уже... Такое чувство, что мы должны выиграть. Наверное. Да, я уже тоже нашел пушку примерную, которую возьму. Главное не промазать. Ага. Вообще залагало, когда положил. Такс. Так, погнали. С одной стороны, очень классная штука, но с другой... Теплак, вот на самом деле очень непривычно, потому что я после перенастройки гироскопа ни разу с 2Х не играл. Может, только один раз играл. Чем можем, короче, сейчас проверить, они снизу идут на нас или нет, и как бы сесть, что ли, не знаю. Надо оно нам или нет. Потому что тогда у меня шансы были бы прям серьезные. Блин, у кобры как будто перезарядка дольше, чем у вышки. Или мне просто кажется? Скорее всего, кажется. Так, теперь так. Самый интересный контент. Открываем меч. Больно. Ну, не знаю. Ну, как по мне, почти одинаково. Только не знаю, сколько там ящиков. Ну, вроде нормально. Не, ну если типы придут с узиком, то как бы, ну... Ну, это не страшно, как по мне. МКшка все же намного лучше. Ну тогда пихай что-то в сейф, вот лично мне выпал только один пока что чертеж. Ну больше ничего из красного. Мне 9 красных упало. Нормально. Мне в основном розовая падает, то есть даже не фиолка, а чисто розовая. Больше. Вот я опять чисто розовая. Не, ну как бы что я говорил, как бы вода не выпадет мне. Еще чертеж. Вот хотя бы что-то красное упало. Ну более-менее, уже не так обидно. То, что я хотя бы в сейф что-то напихаю. Но мне практически с каждого ящика по одной красной падает. Не, у меня совершенно не так. Так. Калаш вышка дропнулся, вау. Ну, сказать честно, я все залутал, кроме этого. Крыши и подземки. Подземка твоя. У нас ящиков ровно будет. Так, ну, у меня 5 красных получилось, из них 4 чертежа. Ну, слушай, 22 минуты, а мы уже залутали все, вау. Ну, теперь, видимо, осталось встретить последних людей, победить, и на этом как бы все. Не, ну так всегда, слушай, я что-то в последнее время хожу, ну, вообще, на радик. Бывает вот такое, что, ну, вообще никто не идет, ну, вот ни в какую. Не, в идеале, конечно, знаешь, подождать бы, чтобы принять вот здесь по красоте, там, чтобы шансы были большие. 135 и в обойма. А у тебя? Ну, у меня то же самое практически. Сейчас выходим, знаешь, и вот прям на нас сквад спрыгивает просто. Ты просто по приколу пришел, он красный. Просто посмотреть, что упало.
комбут оказывается красным. Ну, вообще, слушай, даже на выстрел мы вроде постреляли, никто не пришел. То есть они одного пропустили, да, получается? Видимо, да. Причем какого-то такого жирного. Просто два рюкзака. В боссе чисто четвертый сет. Ну, слушай, джекпот просто, джекпот. Скажем, что типа людей победили. Да, короче, тут силой мыслей типа убил. Он тут маленько за камень отполз. Он рассыпался просто. Полностью. Ну, видишь, им даже без этого хватило лута, так что, ну, сколько у них было, видимо, очень много. Так, погнали выход тогда, и давай просто вот реально рандомная каточка с золотым оружием, вот просто фастом, ну, то есть от выхода до выхода пару скодов закрываем, или нас закрывают, и заканчиваем. Ну, ради, кстати, прям нормально так. Ну, не сказал бы, не сказал бы. 2 миллиона только выношу, в лучшем случае. Ну, я на продажу купил. 2 миллиона 27 я вынес, ну вот, как-то так. Так, я нашел тебе очень крутую штуку, в скобочках крутую, это в скобочках. Я тебя понял, прицел тебе какой больше на ППшку поставить? Ну, коллиматор, конечно, я думаю. А как еще играют люди? Ну, на ППшку нет особо смысла ставить дальний прицел, потому что, ну, там пули навесом стреляются и... Попасть иногда вообще нереально. Так, думаю. Ну ладно. Не, ну мы сейчас, видимо, решили прям такие себе мусорные пушки взять друг другу. Знаешь, от хлама избавиться под конец. Ну так, чисто. Не, ну вроде так скажем. Та-дам! Бесполезная ВМ. Где пушка вообще? Вот. Ну, короче, так. Мне надо куда-то прям убежать далеко, лечь на бугор. И стрелять. У тебя сборочный материал, если что, на минуточку. Так что, ну и спавн у нас такой себе. Так что ты даже по патронах пожалел, я тебя понял. Нет, там... Мне кажется, нам просто этого будет достаточно, слушай. Там обычно хватает. Они мне не пригодятся вообще. Может быть, кстати, такое, может быть. Дело снайпера серьезное. Ответственность очень высокая. Понял, я на того столика смотрю, что-то боком зрением раз, пятнышко. Привет! Здрасте. Ё-моё. Вот-вот, короче, я про чё, в принципе, и говорил. Ну, я тоже что... вообще-то говорил, что мне патроны не пригодятся. Да уж. Жесть. Ну, слушай, вообще как бы это, ну... Без шансов получилось вот раз. Не, ну а чё они нам дают? Ну, какой спавн? Ну, что такое? Халява. Кстати, я вот вчера играли, на босса зашел. Там просто типы, там такой коврик из пятерок выложили. Делать им было нечего. Быстро мне надо было. О, у меня тоже что-то летит. Бушак. А, да, я не знал. Я думал компенс. А, еще и легкая, чё? Я думал вертикалка. Неожиданно было, слушай. Зажать было тяжело, на самом деле. Так, ну зато я почти бесшумный, и другие, ну, типа, противники меня не слышали, надеюсь. На горе сидит. Я увидел. Не, ну это не мой уровень, это не мой уровень. С глушителем по нему попасть. Я, конечно, могу попробовать, но... Но главное, я не теряю стабильность, все нормально. Да блин, и что делать? Я просто боюсь, я бы пошел как бы куда-нибудь, но... А там-то челы придут или что? Должны вроде? Там пачка, наверное. Я не знаю, даже не смотрел. Он меня зажали, я упал с камня. Меня добили. Вот! Меня они уже поприветствовали. Твоя очередь их приветствовать. Здорово. А чё с уроном? Я 3 головы уже дал ему. 4! И чё, в чём прикол? Как играть? 4 головы, понял, типу дал? Может, разным давал?
Нет, тому тоже 4. Воу-воу-воу, а там-то откуда? Мне тоже 2 головы дали. Он снайпер, видишь, типа там стоял. Я вот если честно, только на упор рассчитывал, да? Ну, там хотя бы какие-то шансы были. Ну что, на этом закончим. У нас есть локальная победа, локальный успех. Мы выиграли одну катку. Да, но зато мы в остальных пофайтились более-менее. Да, и пишите в комментариях, с какой пушкой, ну, какого цвета мы лучше отыграли. Вот я на самом деле сам не знаю. Я напишу серый. Ну, типа, ты всех круче играл, да? Не, на свой СС-ки прям нормально, а там вообще, типа, 4 кило. Так, ну что, на этом все. Лайк, подписка, комментарий. Пишите, ну, да. какой челлендж в следующий раз записать, идеи предложить. Обязательно выберем. Справедливо. Ну и до завтра в новом видео. Пока.